Красота спасет мир и выступление. Так что гимнастика начинается не только с разучивания элементов, но и с яркого макияжа. Яркий костюм и яркий макияж. Мы дарим свою красоту зрителям, родителям, участникам и тренерам, судьям. Легенда рязанского спорта – это первый открытый городской турнир по художественной гимнастике. А еще первый старт для юных гимнасток после летних каникул. Самое время показать то, чего удалось достичь упорным трудом. Для Елизаветы – двойное равновесие. Еще вчера самый сложный элемент. Сегодня 10-летняя спортсменка выполняет его с легкостью. А гимнастику она выбрала еще 5 лет назад из-за зрелищности этого спорта. Можно танцевать, разминаться, осанка может быть красивая. Для этих спортсменок дать интервью в поперечном шпагате во время разминки проще простого. Мне она нравится, потому что надо краситься, то, что гибкость, растяжка. Выступать под музыку надо. На ковре девочки представляют программу, в которой обязательны элементы с использованием мяча, обруча, ленты, скакалки и булавы. Выступают и без предметов, демонстрируют гибкость. Но главное, что дает гимнастика, это характер, уверены тренеры. Стойкость, решительность, смелость воспитывает характер. Художественная гимнастика сегодня один из приоритетных видов спорта в Рязанской области. Всего за многолетнюю историю рязанской гимнастики регион воспитал 7 чемпионок мира. Легенда рязанского спорта – турнир, посвященный гимнасткам, которые в разные годы успешно выступали на соревнованиях международного уровня. Это история, а историю нужно знать. Надо знать тех людей, которые начинали в Рязани. Наш вид спорта. Пусть это будет эстафетная палочка для нашего этого поколения. А это поколение передаст следующему поколению. Пусть наше дело живет и побеждает. Всего в турнире участвуют около 200 спортсменок. Уже в октябре его победители будут участвовать на всероссийских соревнованиях. А пока можно выдохнуть и насладиться выступлением подруг и сладостями, в которых себе отказывали в течение нескольких месяцев подготовки. Алена Савельева, Евгений Леонов, «Вести Рязань».